как ты построил этот парник? Ну, вопрос стоял так, что старый парник, вон, пойдемте туда, пришел уже в негодность. Он был построен на бревнах, которые уже сгнили. Вот. И он начал, скажем так, врастать в землю и приходить в негодность. Поэтому был, вопрос стоял так, чтобы надо новый парник построить. Вот. И вместо этого, вернее, рядом с этим, решили поставить новый парник. Вот, пойдемте его посмотрим уже. В этом при строительстве уже нового парника старались учесть все недостатки, которые были при строительстве первого. Вот. Ну и получилось так. Использовали брус 40 на 60. Вот. Фундамент залили из бетона. Вот. Между фундаментом и брусом положили рубероид, два слоя, чтобы предотвратить влагу, проникновение влаги из земли, скажем так. И вскрыли именно тот брус, который лежит на фундаменте, вскрыли его отработкой. То же самое, чтобы уменьшить впитываемость влаги. Вот. При постройке брали вот этот брус и для жесткости все крепление зарезали. Вот эти все для стоевых места зарезали по 1 сантиметру в ячеечке и уже установили его туда. Точно так и на окнах зарезали. Вот, тоже зарезали. Здесь все зарезалось, вот. Вот это крепление для чего? Это крепление, чтобы, скажем так, пленка ложилась на одном уровне, не было перепада, а на одном уровне ложилась с лагами верхними. Ну, чтобы меньше, скажем, повреждать. И были выступы, которые могли бы повредить пленку. А как для сам этого каркас собирал ты? Каркас в основном собирался на гвоздях 120-й. Гвоздь был. Это потому что брус 60-й. Поэтому гвозди были 120-е. Вот. А саморезы? Саморезы, там где уже, скажем, применял, там где... Ну, трудно было забивать там молотком что-то такое, там где-то были саморезы использованы. Для жесткости? Для жесткости ставили распорки по углам. Вот эти? Вот. Нет, вот по углам распорки ставились для жесткости. Вот эти вот, которые, естественно, хорошо дали жесткость. По всем углам поставили распорки. Вот. А для крепления, в смысле, большой пролет парника, чтобы не ставить никакие опоры внизу, значит, вот эту вот балочку пустили, тоже с распорочками пустили ее. Вот эти распорки. Это крепилось на саморезы здесь у меня, вот оно все. Вот. Сам парник сделан из рам по 2 метра. Рамы собирались отдельно, а потом на месте уже приносились сюда вот эти рамы двухметровые и стыковались с саморезами между собой. То есть рамы, получается, 4 бруса. Да, вот такая рама. Это двухметровая рама. 2 метра. Да. Вот эти рамы приносили сюда на место, стыковались. И это, скажем так, вот торцевые с дверями, это тоже отдельная рама. Все собиралось отдельно и приносилось сюда на участок, и тут уже собиралось между собой. Двери, окна? Двери, окна, ну, окна планируются, они еще не готовы, скажем так, но будут здесь. Но проем уже готов для них. Планируется для того, чтобы, скажем, улучшить проветривание в жаркие дни. Значит, будут открываться окошки и будет проветривание. Ну, а двери сделали двух сторон. Двери с двух сторон сделали. То же самое. Для того, чтобы удобнее было проветривать в жаркие дни. Но, в принципе, одна будет дверь использоваться, вторая на всякий случай, если будет жарко сильно. Вот, она еще даже не прорезана. Вот. Двери как ты собирал? Двери собирались отдельно каркасом. И для жесткости делался уголок из фанеры вырезали, который шурупами скрепили. И достаточно хорошая жесткость. Петли какие? Петли? Петли мы брали, скажем так, из подручных средств. Вот, это значит у нас что? Для петель мы использовали пластиковую бутылку, нарезали полоски, вот она, пластиковую бутылку,
прикручивали шурупами. И показал этот вариант, что она где-то год, может два, работать без, скажем, износа. Вполне заменяет обычные петли. Не один год уже пользуемся таким вариантом. Ну, вот такая конструкция у нас получилась. И по поводу крыши еще хотел спросить. Да. Брус какой здесь использован? На крышу тоже пустили брус 60 на 40. 60 на 40. Вот. И саму вот эту балку несущую, значит, это доска 20-ка, на нее набит брус. Вот. И получилось, доска несет, в смысле, опору для этих самых. А тот брус, он как бы стыкует, и для пленки, когда мы ее натягиваем, нет никаких, скажем, выступов. И поэтому не несет никаких повреждений. Старались сделать ее заподлицо. И когда натягивали, значит, получается так, что парник рассчитан по такому размеру, что пленка, значит, получается 6 метров ее длины, как раз ложилась одним цельным куском. Вот она цельным куском ложится и перекрывает. В длину парник 4 метра. Вот. По ширине как раз ложится вот так. Ложится 6-метровая пленочка. 6 метров. Плюс запасец небольшой. Ну вот уже можно высчитать. Небольшие куски запаса получилось. Вся наша пленочка и на крыше. Видите? И с боков. Будет пробиваться вот такими планочками, где-то 1,5 сантиметра толщиной, для того чтобы пленка жестко. Ну еще она не везде набита, но смысл в том, что вот такая будет набита реечка по всем нашим периметрам этим. Вот она, и там, естественно, тоже так же. Вот, если обратите внимание. По пленке, как ты ее натягивал, как крепил, как вообще сама структура? Ну, это... саму пленку, естественно, один человек не натянет, поэтому надо 2-3 человека как минимум. Вот. Сначала натягиваем ее и сразу где-то какими-то места закрепляем степлером. А уже потом, после того, как ее разровняли, натянули, уже пробиваем планками. 1,5 сантиметра толщиной, обычными гвоздями, сороковочкой набивается и хорошо держит и служит. Степлер ты использовал? Степлер все пробивается предварительно, чтобы перед тем, как забивать рейки, набиваем, пробиваем степлером для удобства держания, потому что бывает и ветер, порывы, и все, так чтобы не сбивало все это дело, сначала прибиваем степлером, прихватываем. Ну, вроде бы все рассказали. Ну все, показали наш парник. Отлично, отличный парник. Да, будем надеяться, что он нам послужит верой и правдой долго. Так что всего хорошего, до новых встреч.